Сегодня воскресенье вербное, работать нельзя, поэтому едем на площадку Джимханы, немножечко потренируемся. Приглашаю вас с собой. Что-то я не видел, чтобы у тебя поворотник работал. Ага, банда! Где бы мы еще это увиделись, да? Ну да, так только этот. Смотришь, как ты по двору ходишь так, туда-сюда. Надо прятаться от тебя. Привет. Привет. Так, сейчас я прокачусь. We'll be right back.
бывает нормально. Да я камеру настраиваю. Привет. Вы в Кисловодск? Что в Кисловодске? Просто прокатиться. Вы с этого, с Молебна? Ребята, с Молебна едут. У нас тут есть такая традиция. Освещайте в начале сезона мотоциклы. Стороны. Можно проехать, развернуться. Не, а вот там можно? Нет, там нельзя. Нельзя? Смотри, машина. Добрый день. Добрый. Слушайте, а скажите, если мы мотоциклисты аккуратно вот тут встанем по ребрику, буквально на полчаса в парк сходим и потом аккуратно уедем. Ох, ругать меня будут. Понимаю. Вот тогда вот за эту машину вот здесь. Вот можно? Здесь, да? Вот здесь, да. Спасибо от души. Это вот за машину вот так вот, оп, и вот так становимся, и все, и пойдем в парке чуть-чуть, ну посмотрим. И все. Хотели? Нет. Хотели кофе попить, а там что-то нету, поэтому мы сейчас на Белый, наверное, в Кисловодск, в Ессентуки там. Я не местный, я как-то начинаю. Ну, не местный в смысле? Ну, в смысле, я с Астрахани перебираюсь в Ессентуки. Блин, я думаю, что за акцент такой знакомый? Гонял в Астрахань, чтобы на автобусе, чтобы оттуда его пригнать, как раз вот это вот было, окно теплое. Сезон открыл, сразу 750 км. Ну нормально. Хочешь, поехали прокатить? Да не, я за вами. Не, а мы не понтушки, не, мы спокойно там. Ну тут, да, ребята есть шумоголовых, много тут. Не, мы не из этих. Ладно, что, поехали потихоньку? Да, поехали.
дяди разрешили мне сфотографироваться рядом с мотоциклами. Не, по трассе. Разъехались. Ну все, разъехались, что? Они здесь были? Да, да, мы были здесь днем, чуть-чуть тренировались. Так что, ну погнали это на этот. Да? Ну как его, ёптик, на Эльдорадо. Чё у тебя? Да номера я. Не, вы, кстати, это, да, борзые такие, прете без номеров, ёптить. А я думаю, куда они прут, а потом, смотрю, у вас номеров нету. Да идите вы нахер, со своими ездить. А на Эльдорадо на магазинчике, да? Да, давай на Эльдорадо на магазинчике. Холодно уже. Да, и мне что-то это... Я уже замерз. Да, давай, да, чуть-чуть. Юрик, у тебя маечка вылезла, не застынешь? А. Друзья, короткий вывод по сегодняшнему дню. Не поленитесь и выйдите на площадочку, потренируйтесь немножечко и вспомните навыки вождения. После зимы, я уверен, они засыпают. Мы все умеем ездить прямо, но как только нам надо в какой-то экстремальной ситуации повернуть налево, объехать препятствие, либо грамотно затормозить, мы все неожиданно забываем, что мы за зиму отвыкли правильно ездить. Вот. Ну и всем, в общем, хорошего начала и продолжения мотосезона.